Всем привет, с вами Шмыгин Галюш. Мы сегодня поиграем в игру под названием Frontline Z. Это как бы Defensor. Играть. А почему не нажимается играть? А, нажимается, да. Так, выбрать компанию. А, так только одна и есть. Шествие зомби в самом разгаре, не дай им прорвать твое укрепление ночью, собирай оружие и латай баррикады днем. Продержись как можно дольше, чтобы прорваться в безопасную зону. Как я понял по трейлеру и по скриншотам, это чисто, ну, защитник. Ну, типа, игра в стиле защитники. Типа, помните, на мобилках было огромное количество игр, где ты должен, там, есть одна волна, есть вторая, есть третья, тебе нужно продержаться некоторое время. Город захвачен, я думал, что на природе буду в безопасности, но они добрались и сюда. Завтра поищу других выживших и пистолет получше, если баррикады выдержат. Если я выживу. Что это значит? А, тут все-таки нужно мышкой. Ну да, мышкой тут нужно управлять, но опять же расскажу. Defenders. Есть такой стиль игры, по-моему, уже есть, да? Он, по-моему, так и называется. Ну, типа, чай, и типа и будет нормально. Если нету, то. А, нет, смотри-ка тут. Но, смотри, тут зомби, я так понял. Когда доходит до определенного момента. Да, у меня очень какой-то револьвер. Револьвер. Плохой револьвер. Очень плохо. Я пока стреляю. А у меня гранаты пока нету, да? А зачем было говорить, что есть граната? Тихо, тихо, тихо. Ты какой-то буйный. Попался мне тут. Да ёптель! Патроны-то нету, патронов! Да ё-моё, очень тяжело пока. Слышь, отстань, корова. А, быстрее! Я надеюсь, это последний из зомбаков. У меня нет патронов вообще. Очень долгая перезарядочка и... А, все, да, мы, в принципе, немножко справились. Кое-как. Баррикада выдержала, они все атаковали и атаковали. Нужно найти других выживших и раздобыть оружие получше. Еще две ночи я осматриваю лес, а затем двигаюсь на восток. У нас есть 8 часов в день, чтобы осмотреть окрестности или починить баррикаду. Используйте время с умом. Вы можете обыскать несколько зданий или совместить поиски с ремонтом. Чем дольше вы ищете, тем выше шанс найти оружие и выживших. Выжившие могут потеряться во время поисков. После того, как вы распределили все время, нажмите принять. Ой, так. Время на обыск 4, хорошо. Так, а я же один вообще, да? А где я? А, один я только могу. Давай вот так, не знаю, принять. Вы нашли одного выжившего, идеи и все. Да? Выберите одно или два оружия. Окей. Больше оружия. Прикольно. Да! У меня один только пистолет, два выживших. И мне сейчас нужно опять зонку держать. Ага. А чувак стреляет этот или нет? Похоже, что нет. А, нет, стреляет.
Я, короче, вообще не попадаю, если честно, я так понимаю, да? Ой-ой-ой-ой-ой, патроны. Да, вот у меня баррикад-то, она сейчас сломается, кстати. Да хорош бегать, слышь ты, упырь. Да ё-моё! Жестко на самом деле, потому что реально очень мало патронов, очень долгая перезарядка и... Чувак-то мне этот на самом деле, я бы не сказал, что помогает там сильно так. Очень мало патронов. Не, ну понятно, что было бы неинтересно, если бы я тут стрелял с какого-нибудь, с УЗИшки, с какой-нибудь, грубо говоря, да? Но... Все равно. А как я вот тоже не очень понимаю, как реализовано здесь попадание в голову. Я же вроде вот прицел держу на голове, да? Но... Все? Я надеюсь. Да, хорошо. Два дня придержались. Отлично. В принципе, нормально. Так, у нас сейчас опять будет обыск, да? Значит, там ничего нету. Там ничего нету. Два часа, два часа. Один час на ремонт. Еще, давай так. Че за... я не видел результатов. О! Это что такое? Я два оружия выбрал, да? Так. Ну все, вроде. Мы нашли, короче, какое-то оружие. Не гранат, ничего. Я просто не увидел результаты. 8 патронов у этого оружия, классно. Восемь патронов, это уже как бы на 2 больше, да? Ну и, скорее всего, на процентов... Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй! Не успел. Не, вот эти бегунки, они, конечно... Они, конечно, хороши, но хорош. Зачем так много бегунков? Блин, вот этот жирный. Ты сдохнешь сегодня или что? Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Слушай, ну зомбаки-то валят и валят. Вот собаки-твари какие, а. Тут, короче, нет никаких очков, типа там, это, опыта для того, чтобы... Ну да, это обычный Defender, но вот видишь, вся штука, вся фишка нужна. На самом деле, почему бы на мобилке такое не сделать, да? Реализовать, в принципе. Хотя, может, и есть, я просто не очень слежу за мобильными играми, но, в принципе, ничего такого сложного для реализации, мне кажется, такой игры на мобильных. Ну, я бы не сказал, что это прям такая... Опа. А, мы прошли дальше, смотри-ка, ферма Килтер. Я хотел прочитать не Килтер, но... Ну ладно, так. Ферма Килтер мы сделали.
Хорошо. Теперь что у нас есть? Я добрался до фермы. Хорошее место для обороны. Начну строить баррикаду. А, мы, может быть, еще можем сейчас построить баррикадку или нет? Наверное, нет, да? А нету ничего. Так. Церковь. Время. И 3 часа еще у нас. 4, 2, 2. Ну, давай так, наверное, принять. Ничего не найдено. Прикольно. Да, скорее всего, нужно искать какие-то большие. А я, может быть, какой-то новый там этот автомат нашел? Я так понимаю, это пистолеты там авто... Опа. Может быть, надо искать именно в больших каких-то помещениях и зданиях. Потому что, ну, что-то я ищу в этих мелких. Особо мне это не приносит результата. Поэтому есть варианты, может быть... Тихо, тихо, тихо. Так, тут, короче, немножко по-другому камера стоит, да? Я не очень... Так, жирного надо валить. Да слышь, как тогда? Ты же еще не дошел. Блин. Я лоханулся. Твою мать! Короче, на самом деле, зря... Не нужно, короче, на перезарядку нажимать, потому что это, короче, не очень выгодно. А вот просто тыкать мышкой и по цели, то это, в принципе, нормально, дает результат какой-то. Я пока не разобрался в этих зомбаков, кто там бегает или кто не бегает, потому что... А, вот этот без футболки бегает, а вот такой же ходит, не бегает. Хорош. Все? Перезарядочка. Да, все, хорош. Да, патроны исчезают, и все, в принципе, не очень хорошо. По радио говорят, чтобы выжившие шли на юг, в город в паре дней пути отсюда. Останусь на ферме еще на пару ночей. Так, хорошо. А, я там даже вот так могу. Не, давай один, давай вот сюда сходим. И 3 часа у нас на что? Давай вот так. И вот так. 20 ремонт. И какое-то оружие мы нашли. Тоже пистолета, а нет? Здесь ничего не нашли? Блин, ну как так-то? Так, вот тогда вот так. 2 оружия выбираем. Ну, я... Сколько там патронов? 15, 14, 7. Блин, ну это очень мало. А подожди, а как смена оружия? А, все, понял. Наружу. А чем он круче-то, этот пистолет? Ой, а что за туман начался какой-то странный? Ну, у него перезарядка быстрее, короче, я так понял, в этом весь его прикол. Но, в принципе, перезарядка-то перезарядкой, но... Да слышь, жирный, как ты можешь так быстро бегать? Ты никогда не бегал быстро в жизни, а тут, блин, ты мертвый. Как ты еще быстрее бегаешь, упырь? Не бывает такого. Не бывает такого, что жирные, когда померли, становятся быстрее. Это все бред. Слушай, ну это, да, помощнее, походу, пистолет, потому что побыстрее умирают. А хотя, может быть, не побыстрее, не знаю, может быть, чисто кажется так. Ай-яй-яй. Воу-воу-воу-воу-воу.
Ну, ходячие мертвецы прям выбрались на новый уровень. Тут, наверное, какой-нибудь босс будет скоро. Нет, такого не будет. Так, еще один день мы продержали с вами. В принципе, это хорошо. В принципе, это прекрасно. Так, 2 часа это и вот этот. Принять. Да, ремонт мы сделали. И что это такое? Это пистолет тоже еще какой-то, да? Прикольно. Это Глок, типа Г-17, да? Глок. Но в Глоке должно быть много патронов. 17, да. 17 патронов, это уже... Это уже прям уля-ля. Да, но из-за этой ветки не видно. Тихо. А этот чувак только с этим оружием. Мне нельзя забраться в его инвентарь, чтобы, ну... Слушай, чего такие злые-то, а? Злые собаки, а? Так, а мне... Тихо! Я побежал, жирный, блин. Футболку одень. Невозможно смотреть на твое пузо. Короче, нельзя зайти в инвентарь этого чувака, чтобы ему тот пушку получше, типа. Или типа какого я... О, бежит какой-то собака-тварь. Два бегут твари. Еще бегут двое. Фак. Фак. Баррикада-то рушится. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я ж... Твою налево. Слушай, ну это было жесткое такое. Ну не жестко, но они баррикадки-то мои, короче, под это самое. Подъели немного. Он сказал, я 2 дня, короче, здесь еще буду сидеть. Нет, уже все, да? Понял. Свалка Пита. Ну давай. Что в свалке Пита находится? Сохранение пошло, значит, сейчас что-то будет жесткое, да? Я добрался до свалки на окраине города. Здесь достаточно материала, чтобы устроить баррикаду. Ближе к городу все еще опасно. То есть сейчас ремонтировать ничего не надо, правильно? Мы можем, мы должны только, да? Да. Так, мы должны гараж, газ. Место хранения. Так сделаем. Принять. Ничего не найдено, ё-моё, вот это мы, конечно, с тобой лоханулись сейчас. Ну давай, чё, с этими пекалями пойдем. Пойдем решим вопросы, так сказать. Не, ну пока игра выглядит реально как на мобилу, то есть... Я даже не знаю, короче, что комментить, потому что, ну, достаточно так, в принципе, и... Не знаю, сколько в эту игру можно продержаться времени играть, ну, в смысле, пока не надоест. Ну... Я же в голову вроде попадаю, нет?
Да, вот сейчас жестко началось. А, мы проиграли, да? Да. Тихо! Слушай, патронов мало осталось. Да, вот здесь, короче, жестко. Мне нужно срочно какое-то автоматическое оружие, либо пистолет какой-нибудь помощнее, что ли, я не знаю, который бы там срывал бы. Так, ну я не знаю, давай газ. Во-первых, вот так 2, 2 и 2. Не знаю, получится, не получится. Револьвер и 20 ремонт. Ну блин, ну тоже револьвер. Ну а чё револьвер, он типа крутой? Но он может, слушай, помощнее, да? Давай посмотрим. Так, возьмем. Может быть, револьвер, он просто буф, и все, все трупы. Правильно? Давай попробуем. Два выстрела. Два выстрела, человека нету. Ну, в смысле. Наш револьвер будет взять, потому что... Сейчас, перезаряжаемся. Револьвер быстро. Сколько он перезаряжается? А, ну, в принципе, не так долго. В принципе, револьвер... Ну, да... Не попал, вот это косяк. Вот это вот три раза пришлось гасить, слышишь? Ну да, револьвер, такая веселая пушечка. Главное попадать. Да в смысле? Тут еще непонятно, как тут сделал он этот попадание вот этим прицелом, потому что, ну, ну ладно. Но не важно, короче, да? Так, ну что? Так, гараж. 3, 2, у меня еще... Так, давай 3 часа на этот. Я ничего не нашел, 30 ремонт только сделал, и все, и ничего. В гараже, наверное, какая-нибудь хрень была, да? Эх, 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 да. Ну, что ж поделать, давай так теперь. Блин, жалко, что без... Ну ладно. Да ладно. Да в смысле? А-а-а! Фак. Да хорош. В смысле? Ты же за два раза умирал раньше. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот тебе прикол. Да хорош, давай, 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 быстрей. Хорош. Да ё-моё. Да
хорош бегать, вы упыри, что ли, алё. Хорош, я в тебе сколько садил-то уже? Так, меняем, перезаряжаемся. Вроде все, да? Да, прошли этот денек. Еще разок, денек прошли. Да, молодцы. А, и дальше мы идем. Блин. То есть тут не получится все обследовать. Ну ладно, ладно. Так, ну давайте сейчас обследуем. Если мы ничего классного не найдем, то в принципе. Я пробираюсь к центру, добрался до стройки. Я слышал, как взрываются гранаты. Если поискать парочку, то точно найдется. Так, баррикады у нас строить не надо, да? А, да, принять. М38, это что? Снайпушечка? А снайпушечка, она как и работает? Давай посмотрим снайпу и, наверное, будем закругляться. С этой игрой. Так. Да, снайпа не очень мне понравилась. А мне кажется, что револьвер как бы такой же практически. О, новый зомбак какой-то строительный, смотри, идет. Он, наверное, жирный, толстый, и он сильный. Ах ты, сукин. Куда полез, ё-моё. Ну, да. Ну да, наверное, может быть, когда тут будут зомби такие помедленнее, но жирные, типа, в них нужно будет стрелять очень много, а со снайпы там, ну, там раза два, например, да? Ну да, не, ну, в принципе, логично было бы, а так, конечно, в смысле... Да почему ты не попал-то? Ну ладно. Да. Все, видим, да? Да. Ребят, ну вот такая вот игра. Посмотрели мы с вами вот на такую игру. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Продержались мы сколько? 10-11 дней? Или 10, 10, 11, ну, неважно. В общем, такая игра, но она чисто мобильная. И все, да, с вами был Шмыга, всем счастливо, всем пока.